Раньше Айперей Абдурасулова работала преподавателем. После того, как она стала мамой, ей пришлось оставить работу. Но чтобы помогать супругу и в целом обрести финансовую независимость, ей пришла в голову идея – открыть клининговую компанию. Сегодня она получила 100 тысяч сомов по проекту «Социальный контракт» для реализации своего плана. Вот сегодня такой настал счастливый момент, когда я держу в руке свой сертификат на 100 тысяч сомов. Кому-то может быть мало, но для меня это хорошая сумма, чтобы открыть свой бизнес. И, конечно, я приобрету свой долгожданный пылесос, который будет универсальный. То есть будет мыть диваны, химчистку буду делать, ковры буду чистить. В общем, я буду получать удовольствие от своей работы. Безвозмездные 100 тысяч сомов в этом году получат еще 104 семьи из города Бишкек. Сегодня в здании мэрии города состоялось вручение 45 сертификатов. Данный проект показал хорошие результаты в прошлом году, отметила вице-мэр Виктория Мозгачева. В прошлом году по городу Бишкек было 350 семей, которые получили, заключили социальный контракт. И в рамках этого контракта на 100 тысяч сомов было приобретено инвентарь, оборудование, домашний скот. На сегодняшний день все эти семьи мониторятся. Действительно, они показывают очень хороший результат и показывают ежемесячный доход, который семья уже, согласно которым семья может уже обеспечить свой более высокий уровень проживания. Граждане обращаются за социальным контрактом для того, чтобы воплотить свои бизнес-проекты в самых различных сферах. За успешностью их проектов и целевым использованием средств наблюдают и в Министерстве труда. Все 350 семей мониторятся в том плане, что все они реализовали свои планы, потому что, согласно положению, первые месяцы проходит буквально еженедельный контроль. А даже закуп того необходимого, то, что у них по бизнес-проекту, проводится комиссионно, то есть сотрудники социальной защиты, центра занятости, они участвуют на закупе необходимого оборудования, то, что было прописано в социальном контракте. И сейчас проходится мониторинг именно в плане того, насколько эффективно используется то оборудование, которое было приобретено. По словам министра труда, в прошлом году с каждого района и города получателями социального контракта стали по 50 семей. В этом году безвозмездные 100 тысяч сомов получили уже 10 тысяч семей. Данный проект помогает людям выбраться из трудной жизненной ситуации и достичь желаемых планов. Вчерашние безработные, вчерашние люди, которые находились в трудной жизненной ситуации, сегодня стали уже бизнесменами, стали хозяевами своей жизни. И сегодня вот именно тот день, когда можно говорить, что успешные люди должны объединяться. И мы планируем осенью этого года по поручению президента Крымской Республики проводим съезд именно вот тех людей, которые вот были успешны в соцконтракте. Он называется «Джанган Кадам». Это новое явление, новый шаг. Для успешных предпринимателей на втором этапе данного проекта планируется выделение дополнительных 200 тысяч сомов. Данная сумма будет выдаваться через банк как беспроцентный кредит. Тем, кто смог реализовать свой бизнес, такое вложение поможет расширить свое дело. Саимах Мусаев, Тяхшилах Исаков, ЛТР. Итоги недели.